Уважаемые горожане, я призываю вас принять участие в том опросе, который очень скоро будет посвящен строительству гостиницы на набережной реки Волги в самом заповедном историческом месте нашего города. Я убежден абсолютно, что сама идея строительства гостиницы в этом месте абсолютно абсурдна. Если это случится, то будет разрушено и практически навсегда уникальное историко-культурное пространство и природный ландшафт, складывавшийся в этом месте веками. Это действительно будет так. Вот моя точка зрения, мое убеждение в этом. Призываю вас еще раз прийти и принять участие в этом опросе.